вместе. Хорошо, мы приветствуем Татьяну, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она кивает. И я даю команду, значит, 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой Татьяны, под ногами. Сканирует все 7 тонких тел Татьяны, находит все. У нее, знаешь, Меркаба защищает ее. Она чистая, но у нее все энергии сбились, и эмоции тоже переполняют. Значит, она не делает сброс этих энергий, не собирает их, не открывает портал воронку, не скидывает этого всего, потом не заправляет себя энергиями и не поднимает вибрации. Соответственно, от этого все будет, уходит в ноги. В ногах вся энергия, да? Или через все во всем теле? Ну, нижняя часть половина. У нее энергия сбита, а вверху эмоции. Ну, эмоции надо уметь сбрасывать. Хорошо, каналов нет у нас, я понял, да? Нет. Хорошо, Татьяна, я вам сейчас показываю, как это все делается. Вы даете себе команду. И сейчас я включаю внутренний белый свет. 1, 2, 3. Представляете, как вы наполняетесь белым светом. И на счет 3 начинаю выдавливать из себя все негативные, все патогенные, все низковибрационные энергии, эмоции, чувств. Все остальные энергии, все выходит из меня, и все начинает формироваться в шар передо мной. 1, 2, 3. Шар начинает крутиться, наматывая на себя все нити этих энергий. В этот момент вы должны ощутить, как эта энергия выходит из вас. И увидеть как-то третьим глазом или ментально почувствовать, что этот шар формируется и останавливается в тот момент, когда все будет негативное выведено. Ждем окончания, как шар закончит крутиться. Энергии выходят, эмоции. Эмоции тоже выходят, знаешь, такие черно-белыми цветами, почему-то как инь и янь смешиваются в шар. Хорошо. Готово. Большой шар по размеру? Ну, у нее 2 шара. Эмоции отдельно, вот эти энергии, они как у них, как будто центр тяжести вот в одном углу, и он неравномерный такой. Хорошо. И теперь мы делаем следующее. Я даю команду, под этими шарами открывается воронка в галактическое ядро. 1, 2, 3. Открывается воронка и улетают туда эти шары на переработку в чистую первичную энергию. Этот момент нужно себе представить, как 2 шара улетают в галактическое ядро. Закрываю, печатаю, растворяю. Это тоже важная команда. Все надо закрывать. Как вы себя чувствуете сейчас, Татьяна? Опустошенный. Конечно. Скажу, объясню причину. Считай, пожалуйста, какое количество энергии и какая частая вибрация у Татьяны сейчас? У нее 80 и 12. И 12 Гц. Этой частоте радуется любой 12-герцовый демон. Хорошо, а сколько надо ей? Считай, пожалуйста, информацию, сколько процентов энергии и какая частая вибрации необходимы Татьяне до полного восстановления и корректировки. 320. И? 26 и 12, 320 и 80. Татьяна, вы понимаете? Хорошо. И я даю команду на счет 3. В макушку головы Татьяны начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 320% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли, наполняет, усиливает. Все необходимые цвета Татьяне начинает поступать. Усиливаются потоки. Частота вибрации поднимается до числа значения 26 Гц. Пошел подъем. Какое-то слово идет интерес. То есть, если она будет развиваться,
учиться закачивать энергии в себя, вообще интересоваться этим, у нее интерес появится новый, и развитие пойдет. Это, скорее всего, от куратора. Саморазвитие. И если она будет продолжать жить, как жила, это будет рутина. Тяжелые мысли каждодневные. Благодарим. То есть не показывает разницу энергии, которыми она наполнена и которыми она была наполнена. Мыслями вот этими. Они никуда не денутся, они будут каждый день, если она не переключит на какой-то интерес и саморазвитие. Вот так. Готово. Синхронизируется энергия, вибрации гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо. Как вы себя чувствуете, Татьяна? Интересные энергии, говорит. Хорошо. Я надеюсь, вы прослушаете этот сеанс и поймете, что вам хотели передать, какую информацию, или передали уже. И для освоения энергии возвращаем тонкую копию Татьяны в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Пошла синхронизация. Активируем Меркабу в ее биополе. Готово. Отлично. И отключаясь от Татьяны и перемещаясь к ее входной двери. 1, 2, 3. На месте. Одеваю для тебя специальный наш защитный скафандр 1-2 для работы в матрице. Активирую все защиты отражающие. Максимальный уровень. И я даю команду на счет 3 по всему периметру квартиры Татьяны. 1-2-3. Входи в квартиру, Вера. Клетка установилась. Да, кто у нас там? Красный дракон. Да. Дальше. Рептилоид. И? Грей. Сколько? 2. Дальше. Кто это? Арахноид. Арахноид, да. В замешательстве не понял, где он. Правильно делает. Хорошо. Бес. Бес. Сколько герц? 8. Хорошо, дальше. 2 воронки. 2 воронки. Все. Хорошо. Красный дракон, считай цифры над головой. 315. 315. Как долго ты находился, красный дракон, в этой комнате? Жил, вернее, в этой квартире? 2 года. Так, рептилоид с Грэми, как долго вы находились в этой квартире? 3. Арахноид, как долго ты находился в этой квартире? 5 лет. Бес, как долго ты находился в этой квартире? А последние 4 захожу-выхожу. Откуда, из воронок? Портал. Портал, хорошо. Так, воронки. Под воронками открывается портал в галактическое ядро, и они улетают в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая печать, растворяя, объявляя программу, мы производим чистку этой квартиры. Сейчас вы будете по очереди выходить, собирать все, что вы оставили в этой квартире, возвращаться в клетку. После этого я проведу проверку, и если все пройдут эту проверку, все уходят на свою чистоту. Если я что-то найду, кто-то меня обманет, тот уже не уйдет на свою чистоту. Всем понятно? Всем понятно, да. Хорошо. И начнем с красного дракона. Красный дракон, выходишь, собирай все, что ты оставил в этой квартире. Что он делает, Вера? Энергии свои тоже собирай. Он идет в комнату. Да. Спальня. Фиолетовая, красная. Он плату снимает. Шторы яркие какие-то здесь. Какое воздействие ты оказывал этими приспособлениями? Какая энергия собирал? Какие энергии ты собирал? Поглощал любые, потом сортировал. То есть ты не провоцировал вообще никаким действием? Меня хватает провокаторов. Ну да. Сейчас провокаторы в людях. Ой, хорошо. Провокаторы в людях. Он имеет в виду тот, кто там живет, в них интерференты. Этого хватает ему. Ты бабушку имеешь в виду сейчас? И ее тоже. Понятно. Хорошо. Он снял. Хорошо, так, рептилоид, скажи Грэм, пусть выходит, собирает все, что, всю конструкцию, все, что установили, ничего не забывает, приступайте. И доложи мне потом о готовности. Коридорчик здесь,
Комната есть, трубы вот эти с кругами у них. А вы какую энергию провоцировали, Грей, выделять людей? Не провоцируем, мы собираем. Я не пойму, там что, такие яркие эмоции, прям клондай каких-то энергий. Дракон говорит, что он не провоцирует. Это люди сами дают из себя выделяются только негативы или что, что вы ее собираете? Не только негатив. Мы собираем любую энергию и сортируем. Вам вообще без разницы, какую энергию собирать? Я логики не понимаю. Есть только... Так сказать, энергия – это ресурс для нас. Они собрали все. Хорошо, арахнует. Выходишь сейчас, собирая всю свою паутину, если есть потомство. Все собирай. Никто из вас больше сюда не вернется. Я все буду здесь запечатывать. Кухня арахнует, да, вся заплетена. Вся кухня, хорошо. А ты арахнует. Стены, потолки. Тоже ни к чему никого не, при... не... людей не принуждал. Так, собирал энергию или как? Нет, он ловил все эти как раз. Все эти эмоции. Вся кухня грязная очень. А как это отражалось на жильцах этой кухни, этой квартиры, которые в кухню приходились? Усталость. Усталость. То есть они заходят в кухню, теряют энергии и становятся усталые. Все понятно? Они, можно сказать, попадают в эту грязь, собранную паутину. Для этого достаточно зайти на кухню, да? Ну да. Серость везде там. Что? Серость, паутина везде. Хорошо, все вытаскивай. Готов. Хорошо. Так, бес, 4 года сидел. Что ты оставил в этой квартире? Комочки, одеялки? Все есть. Давай, выходи, рассказывай, показывай, где что лежит. Вытаскивай это все, забирай назад. И показывай по ходу, где находятся порталы в этой квартире. После этого я тебе соберу весь негатив в этой квартире, отдам тебе в дорогу. Он говорит, что хлама много здесь. Люблю такие места. Постоянно цепляется энергия за этот хлам. Угу. Негативная скапливается. И я собираю ее потом. То есть квартира захламлена, ты хочешь это сказать, да? Там много ненужных вещей. Это нужно. Тебе нужно. Но, в принципе, эти для... вещи тормозят негатив, а я собираю. Понял, скопленную. Ты на... Я понял. То есть этот негатив оседает на этих вещах, и ты его собираешь, как арахноид собирает свою паутину. Да, цепляется за эти вещи. Хорошо, значит, тогда в этой квартире должны быть и порталы. Давай соберем сначала все, что ты раскидал сам, а потом будем работать дальше. У него одеяло на кровати. На кроватях. Под кроватями. Угу. Скажи-ка мне, Биэс, ты оставил на ком-то свои носочки? Или другие присадки из жителей этой квартиры? Нет, а зачем? Я не понимаю совсем. Здесь и так хватает. Попадают мои ловушки. А, вот как. Он собрал все. Хорошо, так. Давай тогда сделаем следующее. Бес, где находятся порталы в этой квартире? Покажи мне сразу. Много порталов. Хорошо, тогда давай сделаем следующее. Давай тогда сейчас, Вера, поднимись, пожалуйста, над квартирой 1, 2, 3. И своим ручным сканером просканируй на частотах красного дракона, рептилоидов Греев, арахноида и беса. Не осталось ли что-нибудь на их частоте в этой квартире? Нет, они собрали все. Хорошо, будем отпускать. Красный дракон, рептилоид Грей, арахноид. Вам запрещен больше вход в эту квартиру. Мы все будем здесь закрывать. Найдите себе новое место обитания. Вам все понятно, да? Понятно. Открывается наверху против часовой стрелки портал на чистоте красного дракона. 1, 2, 3. Красный дракон забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатай, растворяй. Открывается 2 портала на чистоте рептилоида и Греев. 1, 2, 3. Рептилоид уходит в свой портал, забирает все, что он с собой принес. Грей уходит в свой портал, забирает все, что они с собой принесли. Закрывая, печатай, растворяй. Оба портала. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что он с собой принес. И уходит на свою чистоту. Закрывая, печатай, растворяй.
Готово. Хорошо, бес. Давай теперь сделаем следующее. Пошли, показывай мне портал, где остались. И будем собирать негатив. Кухня, стена. Там портал. Это печка. Да. Хорошо, и по всему периметру стены и внизу открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И этот портал засасывается туда. Вместе с ним уходит фантом этого портала, все наночастицы, все на переработку в чистую первичную энергию носится. Закрывай, печатай, растворяй. То. Хорошо, пошли дальше. На туалет там потолок. Хорошо, по всему периметру внизу этого потолка открывается воронка в галактическое ядро, засасывает туда этот портал, вместе с ним уходит фантом этого портала, все наночастицы, все на переработку в чистую первичную энергию носится. Пошли дальше. Спальня, стена возле кровати. Спальня, стена возле кровати. Хорошо. И по всему периметру этой стены внизу открывается воронка в галактическое ядро 1, 2, 3 и засасывается туда этот портал. Вместе с ним фантом портала уходит. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо. Здесь комната какая-то. Что красное на стене. Здесь два портала. Один в углу, а другой на полу. Ближе к окну, что ли? Хорошо, я открываю одну воронку внизу на полу. 1, 2, 3. Засасывается туда оба портала. И на полу, и на стене. 1, 2, 3. Уходят на переработку. Также их фантомы, все наночастицы. Все в портал уходит. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Пошли дальше. Портал закончен. Хорошо, все, возвращаемся назад. И я даю команду на счет 3 из каждого угла этой квартиры, каждой стены. Низкая вибрационная энергия идет в другой шар. Бес, скажи мне, вот этот там жилет живет в этой квартире, женщина пожилая. Там сидит демон или бес? Демон. Демон, да. А сколько герц? 18 или выше? Я обхожу его. 15-20. Точно не скажу. 18-2. Понятно, хорошо. Ну, ему сейчас я почему говорю? Просто мы все сейчас здесь будем запечатывать. Ему будет очень в этой квартире плохо жить. Он дышать не сможет. Мы такими энергиями сейчас наполним все. Я не думаю, ему это понравится. Поэтому думал спросить, не хочет ли он добровольно. Энергии собрались. Хорошо. 2 шара. И под космическим открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Он улетает в галактическое ядро на переработку. И черный шар, закрывая печать, растворяя, черный шар негативных патогенных энергий отправляю бесу, как и обещал. Говорит, ох, какие хорошие энергии, тяжелые даже для меня. Хорошо, бес, ну ответь мне тогда на этот вопрос, который я хотел у тебя узнать. Как будет чувствовать себя этот демон, живущий в этом человеке пожилом, когда мы сейчас все здесь поставим печати царя Соломона, зальем такими энергиями, что здесь будет просто все дребезжать от этих высоких энергий, потоки любви, абсолюта и так далее. Как эта сущность себя поведет? Объясни мне. Как внутри калашматиться будет. Понятно. Хорошо. Я почему думаю, может быть, спросить у этой сущности и объяснить ей процедуру, может, ей открыть канал, и она уйдет на свою чистоту вместе с тобой? Как ты думаешь? Или не стоит? Пошлет он тебя. Хорошо. Отлично. Хорошо. Хорошо. Пусть посылает. Мы закончили с тобой, ты понял. Найдешь себе новое место обитания. Ты остался довольным. Открывается внизу против часовой стрелки портал на чистоте бес 1, 2, 3. Бес забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Клетка пустая? Да. Открывается под ней портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И она улетает в галактическое ядро на переработку 1, 2, 3. Есть. Хорошо, давай еще попробуем сделать следующее. Я даю команду, значит, 3 в этой квартире живет пожилая женщина. 1, 2, 3. И она сейчас, ее фантом появляется перед нами. Но у нее не желание появляться, у нее нет намерения появляться перед нами. Хорошо, мне не это интересует. Есть ли намерение или нет, меня интересует, услышит ли тот демон то, что я скажу сейчас. Она меня может услышать. Если она меня слышит, тогда и он услышит.
У меня нет желания тебя слушать. Хорошо, я все равно скажу вслух. Демон, я тебя предупреждаю. Эта квартира сейчас будет полностью запечатана. Я обладатель энергии царя Соломона. Я залью все здесь в квартире, что тебе дышать нечем будет. Ты ничего не сможешь сделать и сгоришь. Я хотел тебе дать шанс уйти, а сейчас уже не хочу тебе ничего давать. Поэтому я тебя посылаю, демон, а не ты. Месседж отправлен. Он его получит вверх. Хорошо, все, переходим к работе, давай. И я даю команду на счет три в каждом угле, на каждый угол этой квартиры. Сжигает любую или высоковибрационную сущность, которая попробует войти в эту квартиру. Готово. И спускаясь сверху, шар энергии 2-3. И она заливает всю квартиру, каждый миллиметр этой квартиры, вытесняя любой негатив, который может в ней находиться, сжигается. Готово. Хорошо, мы закончили. Перемещайся к входной двери. 1, 2, 3. Я здесь. Отключайся от квартиры и перемещайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел прием. Я на месте.